поликлинике Перхушковской больницы работает 8 детских врачей. Среди них и педиатр с солидным стажем, и молодые специалисты. Все они зарекомендовали себя как профессионалы высочайшего уровня. 20 ноября, в Международный день педиатра, руководство поликлиники вручило своим лучшим сотрудникам грамоты. Для главного врача ценен каждый из этих людей. Они делают очень большой объем работы. В моей бытности в работе еще ни одного жалобы не было со стороны родителей и детей, и взрослых. Поэтому это очень огромный пласт работы выполняет. В больнице обслуживается около 5000 детей, и основной поток пациентов приходится традиционно на осенне-зимний период. Именно в это время все больше ответственности ложится на плечи педиатров, которые работают как в поликлинике, так и на выездах, даже в праздник. Поэтому некоторые из врачей приняли поздравления немного позднее. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».